כשאני הגעתי ב-89 פשוט הייתה קריסה טוטלית. מ-2,700 עובדים נשארו לעבוד רק כ-500 עובדים, שגם היו, הם היו בסכנת פיטורים, ואני הייתי צריך להתמודד עם יישוב ככה, עם 35% אבטלה. החלטתי שצריך לבנות את הכל מחדש. ברגע שנפתחו השערים של העלייה, ראיתי איך אני יכול להגשים את החלום שלי. המפעל הראשון שהקמתי בתוך סולטם, כי פינו מבנים, הקמתי חברה שכולה מעולים, שהיושב ראש עולה חדש, ההנהלה עולים חדשים והעובדים עולים חדשים. ואז מה קראתי לחברה הזאת? התזה. אם תרצו, אין זו אגדה. Я репатриировался в Израиль и приехал в Йокнам в первый же день, 5 августа 1991 года. В Йокнаме тогда проживало 5000 человек. Это был маленький небольшой городок. 5000 человек 1991 года – это ровно столько, сколько 1 сентября, два месяца назад, учащихся йокнамских школ и детских садов пошли учиться. Сегодня брали интервью нашего мэра, он новый репатриант из Марокко. В 16 лет репатриировался в страну. Я новый репатриант из Советского Союза, из бывшего, родился в Баку. В 22 года репатриировался сюда. Мы все новые репатрианты. Мы в Йокнаме всего лишь месяц. Я приехала с мамой, с двумя детьми. Полное стечение обстоятельств вообще волшебное для меня, что мы попали сразу именно сюда. Я в восторге, потому что интеллигентные люди, хорошая публика, очень тепло встретили. Удивительно, не перестаю удивляться этому, как относятся люди к нам вообще и какая здесь обстановка. В Израиль мы приехали в 90-м году. Год мы жили в Хайфе, а потом переехали в Йокнеам. Йокнеам – прекрасный город. И дело в том, что здесь живут мои друзья. И я очень доволен, что я здесь живу. Не только я, здесь живут мои дети, мои внуки и мои правнуки. Я живу в Йокнаме. Для меня это очень огромное счастье, потому что мы с мужем попали сюда. И попали совершенно случайно. Сюда приехала наша двоюродная сестра. И ровно 2 года тому назад мы тоже приехали сюда. Я приехал в Израиль в 90-м году. В 93-м году я закончил службу в армии. И в том же году, через несколько месяцев в том же году начал работать в больничной кассе Леумит. И с 95 года, уже 22 года, скоро уже 23 года, с января 95-го, я работаю в больничной кассе Леумит города Йокне. Город рос, и мы росли вместе с ними. В Йокнеме выросло 3 моих сына. В Йокнеме я рос вместе с поликлиникой. В Йокнеме я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Когда 3 года назад мы с женой решили депатриироваться в Израиль, мне посчастливилось познакомиться с вице-мэром Йокнама Романом Пересом. Он очень сильно нам помог, мы совершенно не ожидали такого. Он снял нам квартиру, он взял на себя труд даже показать нам эту квартиру вплоть до видов из окна. Нас в день прилета встретил человек с ключами, хотя приехали мы в 6:30 утра и в выходной день вдобавок. Я не один такой счастливец, которому помогли обустроиться здесь на первых порах. Таких людей масса. В общем, я считаю, что ехать сюда очень здравая мысль и очень стоит это сделать. הגענו למערכת חינוך שאחד הטובות בארץ. Мы гордимся нашей городской системой образования. 50% нашего городского бюджета текущего – это бюджет на образование. Йокнеам за последние 4 года дважды получал государственную премию в области образования Израиля. Очень большой процент бюджета выделяется на образование. И я вижу, как
занимаюсь сейчас с моим сыном. Кружки для дочки, 10 или 12 опций, из них две мы выбрали, в том году было то же самое. Это означает, что платформа, которую мы в Йокнам, хинух, то, тасука, тасия, ихутит, вебния ихутит, הביאו למצב כזה שיוקנעם היום גדלה פי שש, ומה שאני גאה היום, שהילדים של העולים ממשיכים לגור, הולכים ללמוד בטכניון, הולכים ללמוד בחו"ל, אבל חוזרים לגור ביוקנעם. У нас на сегодняшний день около 80% наших предприятий, наших промзонах, это предприятия хай-тека, высоких технологий и взаимодействия, которые мы сумели наладить между нашей городской системой образования и предприятиями хай-тека. Йокнем, в общем-то, недаром называют филиалом Силиконовой долины. Здесь есть хай-тек-зона, где все производство заключается исключительно в разработке, то есть нет никаких тяжелых производств, ничего, природа не страдает. Вне всякого сомнения, Йокнем – один из самых чистых и зеленых городов севера Израиля, поэтому минимальное количество легочных заболеваний, минимальное количество аллергических заболеваний. У нас шикарный воздух, свежий, теплый, не жаркий, точно могу сказать. И очень зеленый город. Солнце, тепло, ярко. Йокнеам окружен прекрасной заповедной зоной, шикарными лесами. Это придает дополнительное качество жизни в городе. Все наши предприятия, которые находятся в наших промзонах, они экологически чистые, и даже они выделены за пределы города, не находятся в жилой зоне. Самое главное, в городе полно мест, где действительно можно провести время с детьми. Есть несколько парков, и больших, и маленьких. В Йокнеаме есть где провести свободное время. Есть кантри-клаб, есть два бассейна, есть теннисные корты. Есть заняться чем? Йокнеам предоставляет все возможности, как для меня, так и для детей. Йокнеам – город очень молодой, один из самых молодых городов Израиля. На сегодняшний день 41% жителей города в возрасте до 25 лет и 39% в возрасте до 17 лет. Это говорит о том, что у этого города есть будущее. Дома, теплоты, уюта – это Йокнеам. Здесь прекрасные люди. Это замечательный город, где власти делают все от них зависящее, чтобы жизнь стала еще лучше, приятнее, комфортнее, безопаснее. Очень добрые люди, позитивные отношения. Это все дает силы, бодрость духа. Йокнеам – это замечательное место для жизни, для того, чтобы растить своих детей, для того, чтобы покупать и строить свой дом в этой замечательной стране. Положа руку на сердце, за последние 26 лет я побывал во многих, в большинстве городов Израиля. Но такого города, как Йокнеам, второго нет. Сода отслаха шелькользе зе лахшов 20 шана кадима тами. אני מאחל לכל אלה שרוצים להגיע אלינו המון הצלחה, אבל אני מבטיח להם שימצאו את כל מה שהם רוצים בעיר שלנו, גם מבחינת חינוך, גם מבחינת תעסוקה וגם מבחינת איכות חיים.